Прогрессивная трансмиссионная линия, или ATL, лежит в сердце каждой акустической системы PMC. От самых маленьких DB1i до самых больших BB5XBD. Использование в ATL конструкции корпусов акустических систем является ключом к тому, что наши колонки звучат лучше, глубже, более точно и последовательно, чем любые другие имеющиеся на данный момент на рынке. Результатом многих лет исследований и развития стала технология ATL. Динамик акустической системы расположен на одном конце длинного лабиринта, стенки которого демпфированы абсорбирующим акустическим материалом. Задача этой конструкции в том, чтобы поглощать частоты диапазона верхнего баса, распространяющиеся от задней части основного динамика, а также более низкие частоты, выходящие из отверстия в конце лабиринта, выступающего в роли второго динамика. Устранение этого нежелательного отражения звуковых волн от задней стенки корпуса дает множество преимуществ. Детали верхнего баса и середины не маскируются гармоническими искажениями, присутствующими на очень низких частотах. Акустическая система воспроизводит более глубокий бас, чем это обычно возможно для колонок такого же размера без использования ATL. Самые низкие частоты, которые не были поглощены трансмиссионной линией, излучаются из отверстия в корпусе, который по сути выступает в качестве дополнительного басового драйвера. Давление воздуха, создаваемое основным динамиком, поддерживается постоянно. Это позволяет осуществлять контроль динамика в широком частотном диапазоне, уменьшается размах амплитуды, что в свою очередь значительно снижает искажение, позволяя добиться более высокой громкости воспроизведения. Характеристики данных акустических систем позволяют прослушивать музыку или просматривать фильмы на низкой громкости без потери качественного баса, даже в небольших помещениях. Высокая чувствительность и легкая нагрузка позволяет использовать акустические системы с ATL с широким ассортиментом электроники. Длина и форма трансмиссионной линии являются критичными для подавления нежелательных частот и рассчитываются таким образом, чтобы самые низкие частоты выходили из нижнего отверстия ATL в фазе с основным драйвером. Это достигается путем расчета длины трансмиссионной линии, которая должна равняться 1/4 длины волны низкой частоты. Кроме того, акустические материалы, которыми обработаны стенки трансмиссионной линии, эффективно снижают скорость звуковой волны и уменьшают расчетную длину линии. Технические характеристики звукопоглощающих материалов, использованных в ATL, также имеют жизненно важное значение для ее функционирования и являются результатом исследований компании PMC. Для обеспечения правильной частоты поглощения для каждой модели учитываются множество факторов, таких как плотность, диаметр пор, форма профиля. Целью компании PMC как лидера рынка является производство акустических систем, воспроизводящих звук без искажений. Наша технология прогрессивной трансмиссионной линии позволяет приблизиться максимально близко к этой цели.